Дорогие мои многострадальцы, мое разгеноцидированное племя. Уходящий год стал для нашего древнего народа судьбоносным. Почему судьбоносным? Потому что мы уперлись в судьбу носом. Несколько слов хотелось бы сказать на нашем древнем армянском языке, самом красивом армянском языке в мире. Манвели Григоряне тушонканакан укракан, Сержика арестованакан, у меня жопа не хватакан. Роберты Кочаряне, Путина другани, жаштам кылырыз гулух, я разочарованы. Нас армян ждут новые испытания. Цены на газ, бензин и продукты поднимутся вдвое. Миграция удвоится, а мое состояние утроится. Но вы должны терпеть, потому что мы великие древние нации. Мы отцы культуры. Еще раз с Новым годом